Мы находимся в Лас-Вегас. Я очень доволен, что категорию фитнес-бикини победила Оксана Гришина из России. Ты довольна тоже, Оксана? Скажи. Я думаю, все понимают, насколько я не просто довольна, а счастлива. Мы выложили видеоролик, который мы сделали в четверг, когда мы тебя встретили вместе с Натальей Реваевой. А все на меня смотрели так... Почему ты сказал, что она победит? Я сказал точно, потому что я знаю, что у нее будет хорошая форма, хорошая произволка и дуалусия. Да, это так. Конечно, до выступления я никогда стараюсь не отвлекаться на вопросы, какое место я займу, поэтому я стараюсь сфокусироваться на своей работе, на то, что я должна показать хорошую форму и сделать отлично произвольную программу. Поэтому да, но спасибо, что вы верите в меня. Я это очень-очень ценю. Спасибо. Я выложил видеоролик и фотографии на наш сайт islabs.sk islabs.ru. Словаки меня спрашивали, если будешь соревноваться тоже следующий год и следующие года, какие цели у тебя есть? Во-первых, хочу сказать спасибо огромное за фотографии. Твои фотографии всегда лучшие. Я просто обожаю смотреть и делиться в онлайн. Но планы... Ближайшие планы – это Arnold Classic в Испании, который будет на следующей неделе. И пока дальнейших планов, соревновательных планов пока еще не делали. Окей, Оксана, я очень доволен, я очень рад, что ты победила. Я уверен, что будешь победить еще 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20 лет. Собираешься меня убить? Это на самом деле это не так просто быть чемпионом. Это, как я уже говорила, это не за год, не за два. Это действительно нужно потратить время, чтобы все это понять, что такое быть чемпионом внутри, во-первых, как к этому относиться, к своим потерям, падениям, восхождением, поэтому тяжелый труд, так что посмотрим, как он. Очень тяжелый труд. А еще, что бы ты хотела сказать твоим фанатам, которые находятся в России, потому что я уверен, что тоже люди из России будут смотреть этот видеоролик. Ну, хотела бы сказать, не бойтесь своих желаний, если у вас есть желание, и вы действительно верите в свои желания, вы должны просто не ждать ни год, ни два, а вставать и делать прямо это сейчас. И как с формой. Начну диету с завтрашнего дня, лучше с послезавтрашнего. Вставайте, начинайте делать что-то. Поэтому не надо бояться. Надо делать.